Я смотрю, вам есть что. Понимаете, что для того, чтобы заехать на близлежащую территорию, в любом случае необходимо здесь проехать? Нет, нет, это тротуар. Машины стоят, вы же видите? Видим. Это не сквозной проезд сейчас на проезжую часть. Можете не снимать. Вам куда заехать нужно? Это не важно, я не обязан перед вами отчитывать. Хорошо, я вам сейчас объясню просто. Мы знаем здесь территорию, и для того, чтобы подъехать к любому дому, здесь не нужно ехать по тротуару. Вот и все. Чего вы взяли? А? Я уверен и знаю об этом, потому что мы все проверили и знаем, что для того, чтобы подъехать к любому из этих домов, по тротуару ехать не нужно. Мы не заблуждаемся, мы в этом уверены на 100%. Ну, пожалуйста, докажите обратно. Ну так нет, если вы хотите проехать, то я предлагаю, докажите нам обратно, потому что мы отсюда не отойдем, вы будете стоять просто до здесь. Смысл? Подходить, не отходить, нет. Ну и все тогда. Пожалуйста, встаньте. Да пожалуйста. Очень хорошо. Че, кидайте? В смысле, кидайте? Здесь тротуар. Вон на видео даже есть. Блин, не прав. Я ему еще объясняю, что он не прав. Это пешеходный переход, я понимаю. Сейчас я догоню, езжай. Правильным делом занимаетесь, но, блин, он просто, понимаете, это как бы человек не местный. И он не знает, что это такое, как. И я ему скажу, куда залезть, посмотреть интернет. И я вас уверяю, он больше такого никогда не сделает. Свалили с дороги. Не, это не дорога, это тротуар, поэтому вы едете назад. Так, сдернули с пути. Вы сдернете сейчас туда сами, понимаете? У вас паспорта есть? Да, конечно. Есть. Давайте сюда. А почему должны давать? Удостоверение, предъявите, пожалуйста, сотрудника полиции. Вы нас просто пропустите. Мы вас не пропустим, потому что вы двигаетесь в сторону тротуара. Ну, мы будем значит, это тротуар. Уверен, тротуар? Паспорт предъявить? Нет, зачем? Нет, я предъявлю паспорт, а ты извинишься. Нет, на камеру. Если паспорт вы здесь предъявляю, живете, ты извиняешься на камеру. Понятно? Если вы в этом так доме живете, я, говорю, я паспорт на тротуар. Ты мы сейчас говорим о том, зачем вам заезжать на тротуар. Дачный проспект, дом. Это место моего жительства. Разошлись. Молодой человек. Это тротуар, мы от него не отойдем. Понимаете? А там тоже стоит. Я не понял, вам что-то опять непонятно, граждане? Нет, если вы в этом доме живете... Вы хотите на тротуар выехать? Что вы не понимаете? Я хочу вызвать милицию. Вызывайте. Да. Вызывайте. Вы думаете, первый такой? Дальше-то что? По двору есть проезд. Там есть выезд. Вот потому там... что вы здесь живете и все, поэтому надо выехать на тротуар. Полезно спорить. Конечно, бесполезно. Я пойдем не покажу. Так, не надо толкать. Пойдем покажу. Вы потом извинитесь за то, что вы сорвали вообще все мои планы. Обязательно извинимся. Давайте полицию и будем извиняться перед вами. Мы могли спокойно стать одним ходом и тратить. А вы могли спокойно пойти домой и заняться своими делами, правда? У нас есть свое дело сейчас. Какое? Мы стоим здесь, вы на тротуаре. А вы кто? Мы пешеходы, а вы автомобилист. Слушайте, товарищи который... пешеходы, давайте вы мне не будете указывать, как бы, где я должен проехать. Проехать по проезжей части, а не по тротуару. Где живете, дорогой? Какая разница, где я живу? Где живете, я спрашиваю. Это, вам, это не имеет никакого отношения к делу. Санкт-Петербург. А вот таксисту, кстати, да, вот, секундочку. Во-первых, не трогайте, я уже сказал. Да, слушайте, а помогите, пожалуйста, тут какие-то подростки в количестве 20 да, человек как бы, стоят на проезжей части, снимают на камеру, не дают проехать ни мне, ни такси, а то мне как-то нет. Орут что? Орут? Орем. Ну, орут что-то про тротуар, как бы ничего не хотят, просто стоят перед машиной, не дают проехать, вешаются на нее. Ничего не хотят, хотя, чтобы я куда-то исчез, видимо, испарился, на вертолете улетел. Ну, как бы... Да, пытаюсь уехать. Надеюсь, если поедет скорая помощь, то они его пропустят. Хотя, возможно, им будет все равно.
такси. Кто-то такси дал. Так еще раз, молодые люди. Да, да, я да. свой паспорт предъявил, ваш что можно? Дальше? Зачем? Я вам не обязан паспорт предъявлять. А потому что для у меня чего? Потом будут претензии. Я хочу знать. Мало ли что вы хотите, может вам еще деньги дать? Нет? Ключи от квартиры как не минимум, надо? Минимум вы должны отойти и дать мне проехать. Как если минимум? Бы это была проезжая часть, мы бы отошли. Это конечно же проезжая часть. Это конечно же проезжая часть. Где по-вашему людьми вот с колясками ходить вот так вот, да? Значит, где люди по-вашему? С колясками да. идут по ровно так же по местному проезду. Нет. Для начала советую вам изучайте материальную часть. Называется ГОСТ Российской Федерации. Сейчас разговариваете с главным архитектором с 25-летним стажем. Добрый день. Добрый. А вы знаете, где вы едете? Со двора. Со двора? С моего дома лично. Хорошо, а вы знаете, что там в конце дома есть выезд? Я все время езжу, выезжаю вот так, мне удобно. Удобно? Да. Вот сейчас неудобно. Но какого вы права имеете, вы меня останавливаете? Я пешеход. Вы... Я имею полное право вас остановить. А там тоже я вы Я же будете? По дороге не хожу, вы... где вы ездите. Я понимаете, не, я ну, а когда буду понимаете? Выезжать с этого дома да, налево, там тоже пешеход. Пешеходы вы идут. Можете объехать дом и выехать по въезду во двор, правильно? Мне Но. Выгодно здесь выезжать. Да? Вы выезжаете на тротуар. Я здесь живу, все спокойно. Мой сосед тоже. Я вот не понимаю, в чем проблема. Мы сейчас вызываем проблема милицию. В том, что это тротуар. Я мужчина. Понимаю. Он уже но вызвал. Вот. Я сейчас тоже буду свидетелем лично против вас, потому что вы незаконно. Я выезжаю со своего двора, как? Я не объезжаю пробку. Я ничего правонарушения никакого не знаете, совершаю. Есть... Есть же выезд. Зачем смысл выезжать на тротуар, если можно выехать там? Смысл сейчас вы потеряете время. Не, я просто буду вызывать. Именно, да, вызывать. Нет, давайте, нет, давайте, мы, вызывать. Понимаете, мы-то никуда не торопимся. Я тоже никуда не торопимся. Я специально вы к соседу приехал. Тратите. А что, нет, я к соседу приехал, нет. Потому что он выезжает правильно, как и я также. Ждем, все, что случилось здесь? Здравствуйте, ничего. А, это у вас как это, акция СтопХам. Понял. Вот мои, я. Вот мы с соседом здесь выезжаем со дворожка. Так. Вот они встали и не выпускают нас. А кто с битыми тут что-то говорит? Да, здесь вообще. Битых таких нет. А что, не было? Конечно, нет. Просто перегородили, да, все? Да. Просто стоим, да. И можно мне поехать за ребенком? Ну, сейчас, подождите, сейчас надо все-таки разобраться до конца. А нормально снимают? Да? Да. Тут нет, такое на форму не одень. У тебя нет такой большой наклейки? Есть. Да, есть. Я хочу есть. Подарить одному корешу. Вот по дворам без конца ездит. Летать мы должны по воздуху, наверное. Еще угрожают, еще и угрожают. А что ж вы не были, когда кольцо строили? Что ж на митинг не ходили-то, а? Что ж на митинг не ходили, когда кольцо здесь было? В его действиях усматривается состав административного правонарушения. Все понятно? Нам главное выяснить, что это здесь тротуар и все. Это же тротуар? Тротуар. Это тротуар. У нас вот из-за этого и происходит. Смотрите, наверное, телевизор или все. Один друг друга подрезал, и кто круче, у кого круче машина, выбегает и стреляет друг друга с пистолетом, бьют битами. А вы сейчас у водителя взяли документы, вы что сейчас? Протокол составили в отношении него. Машинку закройте, поставьте его тут где. Если здесь тротуар имеет, то они право здесь парковать машину. Вот кто живет здесь? Кто живет? Просто согласно для общего развития. Согласно букве закона, на тротуаре у нас парковка запрещена. О, видишь, они крутые.